Официальный старт ее работе дал глава региона Вениамин Кондратьев. В павильонах представлены товары для ремонтных работ и даже для строительства зданий. И, как отметил губернатор, почти 70% материалов отечественного производства. Международная выставка «Югбилд» состоится уже 28-й раз. На ней обсуждаются вопросы, какой будет жизнь для людей, какая будет жизнь вокруг людей, какими будут наши города завтра. И поэтому я хотел бы, чтобы обсуждение, диалог был конструктивным. В первую очередь в сторону комфорта жизни людей, жителей края, да и всей страны. Благоустройство, парки, спортивные, детские площадки, новые архитектурные формы сегодня выходят на первый план. Потому что сегодня они максимально востребованы жизнью, жителями. И для нас принципиально важно создать эти самые новые архитектурные формы, но в то же время сохранить уникальный облик, исторический облик наших населенных пунктов. «Югбилд» в Краснодаре – одна из самых масштабных строительных выставок в стране. Участвуют в ней около 350 компаний из России, Беларуси, Германии, Италии, Турции и других стран. А самые передовые технологии в отрасли занимают почти 20 тысяч квадратных метров.